вопрос, что делать, когда энергия иногда падает и фокус размывается? А, дело в том, что эта история такая же, как про спорт. Вот знаете, я заметила, что я поправилась на пару килограмм, у меня сейчас нету пресса, такого, как он был летом. Это история про то, что нужно понимать, что для того, чтобы быть в форме, форму нужно держать постоянно. Поэтому у меня есть клуб, поэтому у меня есть Big Club, где пожизненно человек может находиться для того, чтобы находиться в форме, в ментальной форме. Есть физическая форма, а есть ментальная. Ментальная – это тогда, когда мы оставляем и тренируем свой внутренний настрой и оставляем его, скажем так, в том виде, в том состоянии, настроенным на успех, до которого он нам нужен. Потому что точно так же, как со спортом, расслабились, все, у вас мышцы начинают слабенькие становиться, там вы уже не так выглядите. Поэтому для того, чтобы это было, это нужно регулярно тренировать. Будете регулярно тренировать, будет вам счастье. Без тренировок это вот будет так, тун-тун-тун-тун. Ну, в общем-то, как у большинства людей. Так, сейчас.